Распаковка. Еще один гриль. О, какой на колесиках. Спасибо, Гришанчик. Вебер. Слушай, удобно, когда взял, прокатил, куда надо поставил. Посмотрим, еще неизвестно. Удобно это или нет. Рекламирую, рекламирую, и никто за это не платит. Главное, чтобы людям было полезно. Да. О, смотри, какие усилители. Фига себе. Картон таким, слышишь, убить можно. Просто убить. Вообще картон сумасшедший. Из такого картона делают мебель. Он газовый, этот гриль. Подарочки. Подарочки. Правда, смотрите, какой картон. Колеса. Ну вот они. Колеса. Ой. Инструкция для глупых, да? Мы же сами все разгадаем. Сейчас синхрон, нет русского языка. Русского языка нет, а продается. Как жить под санкциями? Это какой-то ужас, это невозможно. Покупаешь товары, да, иностранные. Покупаешь санкционные товары, а инструкции нет. Инструкции нет. Как жить? Как жить? Слушай, ну какие они красивые вот эти. Прям. Так. Опа! Опа! Красивенький. Угу. Опа-на. Заглушечки. Или колес, наверное. Понимаю. Ну, видишь, сразу началось. Расширить, углубить. Кто у нас? Горбачев. Горбачев. Угу. Так, это уже сложно. Так, углубим, вытащим, ставим. Я выношу. Защелкнем. Кормящая мать. Ой, господи. Так. Углубить. Вставляем сюда. Вставляем сюда. Да что ж такое-то? Мне кажется, он неплохо сварит, он как на клевере. Ну-ка. Как они... Ну, когда освоится, да. Как они любят есть клевер и траву. Но писают больше, и запах другой он. Таня за этим наблюдает. Да ладно, нормально все, не бойтесь.
Так, ладно, продолжаем. Настолько же он это, не как в аэропорту этот чемодан. Я думаю, что... Так, это туда. Мусор на вынос. Они нас решили, короче, задавить упаковками, чтобы мы утонули в упаковке, в этом пенопласте. В этих. Так. Ну окей. Так. Где тут какая-то должна быть, наверное, кнопка? Все, понял. Вот так вот. Ну-ка. О, кнопка. Вот, наверх. Так. Что же делать? Как же это делать? А вот как что-то тут? А, нужно ее разложить, эту ручку. Ручку надо разложить. А его надо, наверное, вот так раз и поставить. Да, как наш этот. Точно. Так, а как он убирается обратно? Интересно. Так, это я... Вот вам инструкция. Вот, ты видишь? О, один. Нажимаем. Даже QR-код есть. А, вот. Такая прыгает. И он сам спускается. Вот, классно, да? Ручка раз с собой здесь закрепляешь и поехал. И в Мурманск его перевезти. Ну, так вот для этого, для... Так. У тебя в Мурманске красивый вообще какой. Нифига, тут все равно секретик какой-то есть. Или нет? А, нет. Нету секретики. Все. Все. Ну, короче, вот так вот. Мы ему найдем какое-нибудь хорошее место. Я думаю, что не сильно далеко. Наверное, мусорку перенесем, хотя мы ее поставим сюда. А его поставим на нетвердую русскую землю. Твердую русскую землю. Вот так. Раз. Как раз сюда. Будет стоять гром. Не очень. Вот так вот прожмем сейчас. Стоит. Ну что, красивый. Надо площадку подготовить. Вот она. Польза от моего. Отставить килограмм. Для утрамбовки земли. Так, это ой. Это газовая горелка. Это подгончик для жира. Вот он где-то здесь вставляется. Вот так раз. Подгончик для жира. Это чугунные. Без ножа и ножниц. Видали? Без единого гвоздя. Так, одна. Вторая. Чугунные решеточки. Можно как-то вот так вот это делать. Вот так. А это вот так. Полиэтиленочку надо убрать. А как мыть ее потом? Кого?
Ну, вот дно куда накапает же тоже. Ну, можно фольгу постелить, но мы не моем. Всегда, оно всегда капает туда еще. Можно помыть, можно не мыть. Можно фольгу стелить снизу. Ну, да никто этого не делает. Это же гриль, пофиг вообще. Никто ни крышки, ничего. Ну, как бы чистят там раз в год. Там как-то жижи есть какие-то, может, побрызгать. Ну, так особо нет. Ну, все, круто. Хороший. Ну и теперь газовый баллон, да, как-то да, подключается. Да. Баллона нет, к сожалению. Но мне нравится, да, столик есть. Все рядом. Да? Классно? Классно. Да вообще они классно. Веберовские. И красивые, и такие функциональные. Это штучка для чего-то явно. Разобрались. Да, все. Мне это казалось, какая-то... что-то не хватает. А как она, интересно, тут? Сашка, коробка. Замок, видите, нарисован. Так, интересно, замок понятно. Она когда спускается, эта штука зажимается. Ты его спускаешь. Вот в чем прикол. Слышь, какие молодцы, смотри. Ты спускаешь его. Вот, смотри, спускаешь, а эта штука... Прикинь, сволочи, что творят, а? Во, мерзавцы. Просто. Похвалил, называется. Похвалил, во, мерзавцы. Что за замок? Оказывается, когда спускается, замочек, кнопочка нажимает и фиксирует эти. А здесь, видишь, такие специальные железки, они фиксируют вот тут вот, видишь? Фиксируют, чтобы все чтобы держалось. Не болталось, да. Прикинь. Во, мерзавцы вообще. Сволочи. Сделали, как в этом фильме «Брат 2», помнишь, это он приехал, что, болеете? Видно, на этом, на паспортном контроле. Вы куда едете? Помнишь? Зачем, да, ваша да, цель приезда? Цель вашего приезда. Да-да-да-да-да-да. Везете ли вы яблоки, сало? Вот, ну они молодцы, что, видишь? Молодцы, да. Да. Здорово. Кто же еще нам сделает такие, да? Да. Кто прислужит? Кто же еще прислужит? Ну только американцы, молодцы.